сорт томата «Сердца Гонсиаровских». Вот такой вот красивой утонченной форме в виде сердца, томаты розового цвета. Это минусинский сорт от известного местного селекционера Гонсиаровского. Сорт томата среднерослый, ранний, и высота куста в открытом грунте у меня была 1,60 м. Плоды растут кистями, по 3-5 штук в кисти. И очень высокая урожайность у этого сорта. Сорт предназначен для теплиц и для открытого грунта. Формировать лучше в 2-3 стебля. В разрезе томат очень мясистый, очень вкусный. И масса одного плода может достигать от 250 до 600 грамм. Рекомендую всем вырастить этот сорт. Вы будете очень довольны этим сортом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.